Людоеды ни о чем. Птиц или орчик? Тридцать орков. Это как шесть птиц, только 30 орков. Да. Так, давайте подумаем. Давайте подумаем. Голосовалка. Что ж, пошла голосовалка. Смотрим, что там выигрывает. Пока побеждает Бесрезен, умирает. Птиц набирает 33%. Орки уже вырвались конкретно вперед. Как всегда, я считаю до 10, после чего мы начинаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. 39% побеждают орки, у птиц 27. Что ж, вернемся к игре. Что ж, берем орков, поехали. Я о, олень какой-то. Огромное чудовище. Теперь я должен приручить монстров земли. Поскольку резня разгорается, растет моя мощь и кровожадность. Я буду сидеть на троне Крюлода. Ни человек, ни животное не смогут противостоять мне. Так, это беда. Надавали мне каких-то кривых героев. Да. Ну да ладно, это не имеет значения. Герои героями. Вот и 7 циклопов. Просто думаю, есть ли смысл мне сейчас ими рыбаться и как бы бежать к главному зданию. Так, а что мне надо сделать? Вы должны одолеть всех тварей, которые эту землю заселяют. Ограничений по времени нет, мне просто надо убить всех. Тупая миссия, честно говоря. Хотя, что еще ждать от варваров? И не потерять никого. Но это само собой, как бы. То есть у меня ничего нет. Построим храм Волгалы тогда. О, у меня еще лучники, стрелки тут есть. Очень хорошо. Оп. Получили один к защите, к атаке. Получили кучу стрелков. С ними мы все пробьем легко, причем. Играешь за орков и ждешь высокоинтеллектуальных миссий. Я надеюсь на это. Но вы сами выбрали, как я уже сказал. Статы сохранились. Все как и было. Так, сотню хоп-гоблинов берем. Кстати, снизу драконы стоят. Печаль какая-то. Надо было орков... Ладно, неважно. Не совсем так, как я хотел. А враг на карте есть? Откуда знаю? Как ты думаешь, как я давно вообще этих... Именно вот в этих героев играл? Вот Дыхание смерти я играл
как бы частенько именно саму. Давайте, скотина. Так, пошел он. Вот. Молнию не зря использовал, я не хотел выстрел терять в никуда. Поэтому берем гоблинов. Тут мало зеленых драконов, и тут мало зеленых драконов. А чё у вас так мало-то? Все-таки зеленый. Где можем, бегаем, собираем, что можем. Ибо поиск пути. Ну, у нас вот удача. Ну, хоть что-то. Я не хочу все это пробивать сейчас за нее, хотя у меня есть все шансы, потому что у меня экспертная мудрость, экспертная зоркость. Да, если бы не экспертная зоркость, я бы сомневался, но так. А у нее еще и артефакт. Неплохой. Основное имущество. Кстати, у нас баллиста есть, как мы безумнички-то. Это непорядок. Капитолий, цитадель, казарма. Сейчас будем строить армию. Она нам пригодится. Так, поднимем себе удачу или боевой дух, что там, да. И пойдем пробьем. Драконов вы пробить, в принципе, возможно. Но зачем их сейчас пробивать? Сначала я заберу себе все шахты, потом возьмем у дракона. Кстати, надо бы все-таки перестановочку в войсках сделать. Я все хочу, но что-то никак не сделаю то, что надо. Надо будет не забыть в следующий раз. Замедлим его, пожалуй. Подпустим его на прямую стрелу и убьем. Так, отлично. Что есть много чего-то. Врагов, походу, вообще нет. Да, врагов нет. Надо просто убить все, что движется. А что не движется, двигать и убивать. Вот так вот. Вот такая вот добрая миссия. Теперь пока у нас... Давайте подумаем. Хотя ладно, пока орков отстроим. Ну, если у вас дипломатия, это не значит, что каждый встречный будет до вас руки тянуть и пытаться присоединиться. Скорее всего, здесь много скриптовых юнитов, которые просто обязаны на вас нападать, неважно, как вы там глазки устроите. Вот так вот как-то. Следующий ход он станет вот здесь, и у меня будет время его расстрелять. Если, конечно, его конкретно не пропрет на какую-нибудь мораль. Вот. Подставили ему собачку, чтобы он никуда не рыпнулся. Отлично. В принципе, мы действительно можем идти. А почему так отбегаешь? Потому что там трава растет. Понятно. Лошади очень сложно пробежаться по этой растительности немногочисленной. Я все понимаю, конечно. Так, берем... Давайте доисследуем все-таки местность. Время есть до 7-го дня, потом они просто будут сидеть на этих мельницах. Так, сотня хоб-гоблинов. Так, я хотел вот так вот сделать. Угу. Так, мне нужна подвозочка и мне нужна катапульта. Мы ее тоже возьмем. Но до этого момента строим огров. Мне бы где-нибудь кристалликов раздобыть. Ну так, не помешало бы. Не катапульта, а баллиста.
Ну, может, два листа. Это особой роли не играет, на самом деле. Главное не война, главное маневры. Так, следующий ход будет печален, потому что кто-то из них дойдет. Минут на стриме уже получил море положительных эмоций. Стрим супер, продолжай в том же духе. Спасибо. Продолжим. В принципе, есть записи про прохождение «Дыхание смерти» и «Возрождение Рафии». Примерно все в том же ключе. Так что, если интересно, можешь посмотреть на Твиче. Так. Наш замедленный стек, он так и не дойдет ни докуда, поэтому мы его расстреляем. Как говорит стрелок из Варкрафта, персонаж такой, гном, с большой пушкой. Кто, говорит, к нам с мечом придет, тех проще расстрелить, застрелить. Так, здесь что? А, куча медуз. Короче, давайте пойдем на дракона. А чё теряться? Ты будешь стримить второй Disciples? Я отстримил второй Disciples уже весь. Ну, если не считать вот эти всякие дополнения про гвардии света и прочего. А первый у меня, скорее всего, просто не пойдет. Некоторые игры отказываются просто и работать, ибо очень старые. Купим себе орков, попробуем пробить все-таки драконов, сохранимся на Спарту. Каких драконов бьем, верхних или нижних? Вот первое слово, которое напишите, на тех и пойдем. Первое. Низ, все. Низ. Ну, низ так низ, нападем. Мало зеленые драконы. Оп. Оу. Оу. Мне кажется, что вот этот поганец не в тему, мягко говоря. Да. Какая жаль. Эх, ладно. Ну, вот я только не понял, почему получилось так, что тут золотой дракон. Как бы не должно было быть такого. Ты, блин, ну что за вопрос? Вопрос. Какие герои лучше, клинок Армагеддона или меча и магии? Я тебе даже не знаю, что на это ответить. Я помню, ты когда-то говорил про Knight of the Temple. Планируешь? Да, планирую. Эх, мне просто мяса не хватит. А жаль. Какая жаль. Так, мне нужен щиток. Ребят, если вы не умеете грамотно оценивать ситуацию, то не надо советовать. Я еще могу здесь затащить. Оу. Мне вот надо от
золотых как-то избавиться. Ай-яй-яй. Я попробую. Могу я или нет, это мы скоро узнаем. Так, вот встаем вот здесь, чтобы драконы не перелетели, если что. Прикроем наших гоблинов и ударим его. Вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Вся печаль. Сейчас уже не смогу. Так бы получилось. Блин, ну ладно. Печалька. Но заметьте, какой... неплохой бой получился, в принципе. Ладно, да, пойдем вот сюда. Пробьем наших гоблинов и... ну, было близко, да. Да на самом деле мне не хватило машины, мне бы гоблинов соточку. Там бы уже моя бы взяла. Ну и плюс, если бы не было золотого дракона, я бы 100% победил. Через что убивать, я, пожалуй, решу сам. И что кто делает, я тоже знаю, как бы. Ну да ладно. Оп. Оп, все, отжали. Магия огня. Знать-то знаешь, а слился. Ну, покажи, как надо. Возьмем магию огня, она тоже подойдет. Так, седьмой день. Дубль 2, хотите? Вот интересно, я смогу попасть сюда, а потом отсюда на драконов? Да или нет? Ага. 15 этих. А что хорошего в магии огня? Вроде есть блеск, молитва и т.д. Блеск, молитва и т.д. это магия воды. Привет, привет. Спасибо, затащу. Будь уверен. Огонь. В огне есть куча отличных заклинаний для мордоворотов. Та же жажда крови, она очень хорошо ложится на них. Что ж, пробуем. Надеюсь, блин, а вот так нападешь? Нет, тогда грузим. Я не из-за того, что там что-то. Вот так вот. Вот он. Вот он, бой моей мечты. Сейчас нападем. Попробуем. Щит огня же, да. Заклинаний много, на самом деле. Кстати, давайте посмотрим, что у меня есть. Не туда. Так, у меня есть щит, его обязательно надо накладывать. Есть блес, его тоже обязательно накладывать. Магия от... защиты от огня не очень канает. Вот. Неудача. Тоже, кстати, неплохо. Кстати, еще можно телепорт использовать, но у меня всего 36 маны. Надо это учитывать, что телепорт стоит 15. Все, нападем. Надеюсь, не будет золотого дракона. Вот, не нужен ты нам. А он есть, ну и... ну и не тебя. Ну и ладно. На этот раз не очень удачно для меня они сложились, но это не имеет значения, потому что мы сделаем следующее. Кидаем блеск. Кстати, плохо, там стык с двумя драконами.
беда. Вот отсюда бьем, и он продамажит нижнего также. Да, если бы ударил. Вот здесь встаем. И вот так вот делаем. Прикольно получится. Да. Смотрим. Оп. Тьфу на тебя. Молодец. Хвалю. Я бы, конечно, отошел, если бы мне прокнуло на моральку. Но у меня мораль хорошая, в принципе. Можно ударить. А что теряться? Давайте и ударим. Да, ударим первое. Моралька, как видите, не прокнула. Это уже, в принципе, не имеет особого значения. Драконов все меньше. Ай, зараза, прошел все-таки. Ну и ладно. Вся надежда у нас на вот этих гоблинов, которые реально пробивают всех этих драконов. На ура причем. Так, 50, довольно неплохой урон. Минус дракон. Но я совсем не уверен, что гоблинов хватит. Я должен всегда бить первый, только тогда у меня будет какой-то шанс. Давайте сделаем ускорение на него. Да. Вот ударить бы в этот стек и убить его, но, блин. Я не убью его с такой кучкой драконов. Давайте вот так. А его поставим вот сюда. Пусть он на себя внимание привлекает, а с остальными наш малыш-гоблин попытается разобраться лично. Правда, тает его количество, причем дико так. Вот, смотрите теперь, какая ситуация у нас получается. Очень хорошая для нас. Если все получится, то мы победили. Вот и все. А, не все, ну еще раз удар, я тебе разрешаю. Смотрите, сейчас все проиграет. Тьфу, позорник. Вот так вот, а. Взял, проиграл. Интересно, сколько у него там? 10 жизней осталось? 15? Ладно, еще раз пробуем. Ну, чисто по приколу, пробьет, не пробьет. Жди недели и убей их. Тут немного в другом вопрос. Я просто хочу пробить с тем, что у меня есть сейчас. И все. Мне интересно, пробью их или нет. Нападаем. В любом случае, я слишком много теряю, поэтому я продолжать с этой попыткой не буду. Драконы уже опасаются. Зрелищность, да. Вот здесь вот встаем. Вот здесь вот встаем. Ждешь. Блеск на моих супер гоблинов. Ну, грубо говоря. Было бы очень хорошо убить кого-нибудь из них, но... А что мне мешает?
А мешает то, что мой орк не стрельнет. А мне-то только этого и надо. Отойди. Встаем вот здесь. Ой, плохо встал. Ну ладно, он так сверху пробьет. Да, молодец. Мой косяк сейчас был. Но опять же, мы сейчас сделаем все по-своему. У нас будет удар. А, их двое было, ну ладно. Используем телепорт. Он нам сейчас очень пригодится, хоть вот в задницу его. Бьем дохлого. Ну-ка, ответь-ка ему. Молодец. Хороший мальчик. Так, мы, наверное, еще раз используем телепорт. А, нет, сейчас уже плохая попытка. Да, очень плохая. Так. Знаете, когда косяк был, когда я выставил их так в рядочек, чтобы сверху ударили и пробили и гоблина, и орков. Плюс обязательно нужен щит на гоблина. И почему-то сверху прибавился еще один дракон. Ну, без палева так. Почему так прёт его просто? Не понимаю. Конкретно просто пропирает на все, что можно. Бьем верхнего. А, хотя его убью ведь. Помогаем себе. Так, этот ничего не делает. По-моему, тут не победить. Ну ты молодец. Можно ударить его. И... А что я теряю? Да ничего. Можно отойти в надежде на то, что прокнет на какую-нибудь эту мораль, но... Блин, вот и мораль. Ну ладно, бей. С руки бей. Будь мужиком. Почти, кстати, убили. Гуляй. А, выжил. Уроды разменялись как следует. Очень удачно. Печаль. Гуляй. Выжил. Щит на наших убивцев, так сказать. Вообще, конечно... Бредовая ситуация такими маленькими отрядиками что-то тут убивать. 9 орков. На самом деле почти ничего и не надо. Я его специально убрал туда, потому что золотой дракон полетит к нему. А зеленым будет разбираться мой маленький стек из гоблинов, который уже кончился. Печаль. Надо что-то по-другому делать. Что-то вот как-то иначе. Если я ударю, они сейчас скопутятся все.